Изменения в оплате общедомовых нужд вступили в силу еще в январе, но вопросов у жильцов по-прежнему много. Руководство столичной администрации проводит разъяснительную работу с управляющими компаниями и населением. Цель – сделать процедуру начисления максимально прозрачной. Как получается в нашем сюжете. В январских квитанциях за услуги ЖКХ у многих горожан сумма платежа выросла по сравнению с декабрем прошлого года. Это связано с введением нормативов на ОДН. Раньше же расчет вели по показаниям счетчиков. На изменения оперативно отреагировали в республиканских ведомствах. Разницу в сумме собственникам жилья должны вернуть. Чтобы вопросов было меньше, все муниципалитеты и управляющие компании получили рекомендации. Начисленную плату по каждому виду коммунального ресурса, а также сумму возврата рекомендовано указывать в платежных документах в разделе «Содержание жилого помещения» с обязательным указанием отдельными строками размера расходов на оплату каждого вида коммунального ресурса. Кроме этого, на оборотной стороне квитанции или на информационных стендах должен быть размещен шаблон с разъяснениями. Пока что это условие выполнили 4 управляющих компании «Чебоксар». 23 сформировали квитанции за февраль и сделали перерасчет ОДН. В столичной администрации организована горячая линия. На нее уже поступило более 300 обращений. Вмешивайтесь в каждую конкретную ситуацию по каждой конкретной управляющей организации для того, чтобы не было таких ошибок, которые были до этого допущены. Срок ближайшая там неделя, чтобы полностью поручение исполнить. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика.